Иракская армия обнаружила руины вместо древних экспонатов в музее Мусула после его освобождения от боевиков ТИГИЛ. Солдаты увидели груды мусора в выставочных залах и обломки древней ассирийской статуи, быка и клинописных табличек, а также в фойе музея нетронутые книги по истории. Все это осталось от артефактов времен древней Месопотамии, возрастом несколько тысяч лет, которые здесь хранились. Ранее местные власти заявляли, что уничтоженные экспонаты были копиями, а оригиналы удалось вывести в Багдад. Однако, так ли это на самом деле, до сих пор неизвестно. Они забрали все ценные артефакты, остальное уничтожили. Все, что вы здесь видите, это то, что осталось после них.